Ильинка. Между садом 98 и фарм-колледжем метров 300 сплошной голавил. Утром еле дошли, а как вечером будем добираться, непонятно. Никто никаких мер не принимает. Предложение мэру Шарыпову. Если мэрия не может сама себя окупать, предлагаю сдавать несколько этажей администрации в аренду, а сотрудников сократить. Ходят неизвестные, якобы от Бургаза. Ходят, причем постоянно. Обратились в полицию, но никаких действий. Что это за работа правоохранительных органов? Бывший глава города Хохлов обещал продлить улицу генерала Хлебникова до Тихонков. Теперь начальник управления благоустройства говорит, что мешает газопроводу. Между садом 98 и фарм-колледжем метров 300 сплошной голавил. Утром еле дошли, а как вечером будем добираться, непонятно. Никто никаких мер не принимает. Предложение мэру Шарыпову. Если мэрия не может сама себя окупать, предлагаю сдавать несколько этажей администрации в аренду, а сотрудников сократить. Неизвестные, якобы от Бургаза. Ходят, причем постоянно. Обратились в полицию, но никаких действий. Что это за работа правоохранительных органов? Бывший глава города Хохлов обещал продлить улицу генерала Хлебникова до Тихонков. Теперь начальник управления благоустройства говорит, что мешает газопроводу. Метров 300 сплошной голавил. Утром еле дошли, а как вечером будем добираться, непонятно. Никто никаких мер не принимает. Предложение мэру Шарыпову. Если мэрия не может сама себя окупать, предлагаю сдавать несколько этажей администрации в аренду, а сотрудников сократить. Сортировки ходят неизвестные, якобы от Бургаза. Ходят, причем постоянно. Обратились в полицию, но никаких действий. Что это за работа правоохранительных органов? Бывший глава города Хохлов обещал продлить улицу генерала Хлебникова до Тихонкова. Но теперь начальник управления благоустройства говорит, что мешает газопроводу.